слушаний. Мы начинаем публичные слушания. Сегодня 18 мая 2016 года, 18 часов 30 минут по московскому времени, в ДК Костина, Московская область, город Королев, Дзержинского, 26, концертный зал, проводится публичные слушания по проекту генерального плана городского города Королев Московской области. Жилые дома в границах, полоса отвода железной дороги, жилые дома по улице Сосновый Бор, Комаровка, Полевая, улица Кирова, микрорайон Первомайская, улица Станционная. Решение Совета депутатов городского округа Королев Московской области от 17.02 за номером 221/38 в редакции решения Совета депутатов за номером 229/39 от 02.03.2016 года и за номером 235/43 от 13.04.2016 года о назначении публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Королев Московской области, опубликовано на официальном сайте администрации городского округа Королев в специальном выпуске газеты «Спутник» за номером 3 от 18.02.2016 года, также за номером 4 от 10.03.2016 года и за номером 14 от 14.04.2016 года. До начала проведения публичных слушаний в комиссию поступило 1555 обращений граждан. Всего зарегистрировались на публичные слушания 187 человек. Предварительно зарегистрировалось для выступления на публичных слушаниях 90 человек, в том числе и на все 13 публичных слушаний. Состав комиссии. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана городского